Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы сделаем обзор периодических изданий, на которые может подписаться пчеловод в Украине. Вам представлены все газеты и журналы для пчеловодов, которые мы отыскали в каталоге Укрпочты. Начнем, пожалуй, с газет. Первая газета «Пасека пчела здоровья». Подписавшись на эту газету, вы получите 24 номера за год. Цена одного номера смешная, 6 гривен 30 копеек. Сумма на подписку, то есть за 24 номера, приблизительно 152 гривны. Тираж газеты 3000, подписной индекс 23762. Эта вся информация дублируется рядышком со мной. Вот, что хотелось бы сказать про эту газету. Да, она небольшая, ну, сами понимаете, и стоит смешные деньги 6.30. В ней очень часто печатаются вырезки из книг, также ответы от читателей, обзоры разных выставок, ну, есть немного объявлений, то есть за 152 гривны 24 номера очень адекватная, хорошая цена. Следующая газета «Пасечный вестник», выходит 12 номеров за год, то есть один номер в месяц. К сожалению, нет информации по подписке еще цены. Вот, тираж 1000 экземпляров, подписной индекс 68770. Что хотелось про эту газету сказать? Да, она уже чуть-чуть побольше, покрупнее, чем «Пасека пчела здоровья». Информации освещено больше. То есть, ну, примерно же такого же формата. Есть, как всегда, чуть-чуть рекламы, но реклама здесь полезна для пчеловодов. Следующая газета – это газета «Пасека от А до Я». Такого же формата, в принципе, как пчела, «Пасека пчела здоровья», но информация здесь уже более, как вам сказать, более конструктивнее, очень часто, более, каждый раз актуальные поднимаются темы, например, зимовки, апимондия, зимовка, то есть я люблю очень читать, очень часто, очень хорошие полезные советы пчеловодам даются. Вот, здесь у нас 6 страниц уже идет, и, как всегда, рекламка. Газета, получается, 12 экземпляров в год, то есть раз в месяц выходит, цена одного номера 5,70 выходит, сумма подписки приблизительно 70 гривен в год. Прошу обратить внимание, 70 гривен в год. Тираж 3000, подписной индекс 37882. Дальше такие, будем идти по возрастающим, это мини-журнальчики. Вот журнал пчеловодства, ну, это небольшой журнал, 4 раза в год выходит, один номер стоит приблизительно 19 гривен. Сумма на подписку 76 гривен, тираж 17 тысяч прописывают, ну, как бы, мало мне верится, ну, да ладно. Подписной индекс 95-942. В основном здесь это подойдет для начинающих пчеловодов или для тех, кто только хочет начать заниматься пчеловодством, потому что информация в этом году была, как правило, очень поверхностная, очень много просто бралось с интернета. Так что, ну, если вы только собираетесь заняться пчеловодством или только начали с нескольких ульев, ну, для ознакомления она вам подойдет. Ну, постепенно переходим к более серьезным изданиям. Львовский журнал «Бджоляр», 12 выпусков, один номер стоит 20 гривен, сумма на подписку в год приблизительно 240 гривен, тираж 2000, подписной индекс 89850. Журнал уже весь цветной, глянцевая бумага. Что нравится в этом журнале, практически в каждом номере есть 2-3 репортажа о посещении именно конкретно пасеки из, ну, пчеловодов, когда известных, когда малоизвестных, в YouTube и интернет-кругах, но очень полезная информация, очень интересная информация в том плане, что у каждого пчеловода есть какие-то свои фишки, и здесь они описаны, то есть самоделки, использование, допустим, заставных досок. Ну, скажем, журнал для по практике, описывает практику пчеловодов. Так, что тут по рекламе? Да, есть реклама немножко тоже. Вот, ну, хороший журнал, за 20 гривен в месяц очень-очень-очень достойно выглядит. Дальше у нас журнал «Пасека», самый большой по тиражу.
В Украине журнал выходит раз в месяц, то есть 12 номеров в год, стоит один номер 30 гривен, то есть за год вы заплатите приблизительно, подписка стоит со скидкой 350 гривен, 17 тысяч экземпляров, больше не заявлено ни у кого. Подписной индекс 74-429. Журнал уже серьезный, для серьезных пчеловодов, уже не для пасечников, так сказать, поднимаются актуальные темы, то есть цветная иллюстрация, не все глянцевое, но здесь больше стоит обратить именно на наполнение журнала, на информацию, потому что по ходу корреспондентов у журнала очень довольно-таки хорошее количество, они умелые и углубляются в тему очень, очень глубоко, так сказать. Так, что тут немного рекламы. Письма читателей, да, это, кстати, моя любимая, как вам сказать, категория, да, в этом журнале, это письма или советы читателей. Тоже очень интересно и познавательно, много отсюда почерпнули для себя. Вот, ну, также есть немного рекламы, матки. По-моему, в этом журнале, если я не ошибаюсь, больше всего рекламы по пчелопакетам и маткам. Ну вот, вот такой вот. Хороший журнал, стоит всего лишь 30 гривен в месяц. Дальше у нас идет вот такой вот журнал «Пасечник». Выпускается в Хмельницке, 12 экземпляров в год, стоит 20 гривен один номер. Если вы на год подписываетесь, то 230 гривен, 10 гривен скидка. Тираж 4000 номеров, подписной индекс 91-334. Журнал тоже... очень похож формата на журнал «Пасеку», но здесь все-таки разные репортеры пишут, поэтому информация преподнесена совсем по-другому. Опять-таки интересные репортажи с выставок, обзоры ярмарок, обзоры некоторых товаров, то есть, которые используют пчеловоды, полезные советы, письма читателей, то есть... Очень достойный журнал за 20 гривен, ну, то есть вы получите очень много полезной информации. Что еще хотелось бы сказать? Ну, опять-таки, освещаются актуальные темы, да, вот 140 лет было предприятие ВВ-100, они тоже присутствовали, вот, выложили статью. Ну, не весь цветной, как хотелось бы, но, опять-таки, главная информация. Так, следующий журнал, я бы его назвал, «Украинский пасечник», да, я бы назвал его все-таки специфическим. Здесь уже, так, давайте сначала расскажу, 12 номеров в год, номер стоит 30 гривен, при подписке на год 350 гривен. Тираж почти 5000 экземпляров, подписной индекс 74-509. Что хотел сказать по этому журналу? Этот журнал все-таки уже не для новичков. Если вы новичок в пчеловодстве, не стоит вам его выписывать, потому что здесь поднимается и очень глубоко изучаются разные темы в пчеловодстве. То есть хорошие статьи, как вам сказать, уже на уровне каких-то высших учебных заведений, с определенной своей терминологией. То есть если вы... опытный пчеловод, который исследует что-либо, выводит маток очень долго, то это для вас. Темы поднимаются в этом журнале очень глубокие, исследовательские, то есть это не просто там, как утеплить пчел на зиму, как избавиться от роения. Здесь очень углубленно раскрываются темы, которые войдут в тот или иной номер. По-моему, рекламы здесь практически нету или совсем чуть-чуть. Сейчас поищем. Да, не, есть. Рекламы тоже достаточно. Ну, без рекламы журналы не могут. То есть, это, я считаю, журнал для профессионалов. Следующий журнал, это пасечный журнал, довольно-таки молодой журнал, ему 2 года. Чем подкупает меня этот журнал? Тем, что
подача информации здесь выложена совсем по-другому. У автора Дмитрия Гринева индивидуальный подход, какое-то свое видение. Журнал читается очень легко. Я приблизительно за полчаса 40 минут его перечитываю. Очень много поднимается актуальных тем. Например, как это было весной, когда была отрава пчел ядохимикатами, удобрениями. Сразу же в журнале появилась статья с полезными советами. Также Дмитрий на всех выставках бывает, очень часто бывает за границей. Очень много было в этом году интервью от зарубежных пчеловодов. Вот. То есть журнал выходит 6 раз в году. Приблизительная стоимость одного номера 41 гривна, на год подписка 248 гривен. 1000 экземпляров пока, но я думаю, это только начало. Подписной индекс 98.049. Переходим к нашему крайнему журналу. Это журнал «Бжалярский круг». К сожалению, на 2018 год подписаться уже на него нельзя. Его можно заказать, только позвонив в редакцию. Ну, про этот журнал, я думаю, не стоит много рассказывать. Да, достаточно посмотреть, кто главные редакторы и кто пишет в этом журнале. Да, это Александр Нилович Комиссар и Соломка Василь Алексеевич, то есть знаменитый Дед Василь. В журнале освещается очень хорошо все темы, как углубленно, так и поверхностно, но этот журнал подойдет для всех. Вот такой получился у нас обзор печатных изданий для пчеловодства. Я думаю, вы себе выберете что-то интересное из этих всех газет или журналов, подпишитесь на одну или несколько и будете повышать свои пчеловодческие знания. Вся информация о ценах и подписных индексах на периодические издания для пчеловодов будет под этим видео. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До скорой встречи, пока!